Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Injustice 2. Взлом с проникновением. Киборг и женщина-кошка. Седьмая глава. Ну что-то слишком долго мы как-то идем. Сюда. Вау, что такое? Что такое? Кто тут появился? Феромоны. Харли, ты в порядке? Похоже, нет. Милая, милая Харли, на этот раз ты будешь слушаться мамочку. Понятно, зачаровала, короче. Эй, детки, ну-ка сыграем в Энники-Бенники. Так, давай возьмем, наверное, женщину-кошку. Харли нужен девчачий разговор. Шш, кошачья драка. Извини, Харли, я постараюсь не оставлять шрамов. Так, ну что, понеслась, ребята? Я не играл за женщин-кошки, даже не знаю, что она умеет. А ну-ка, проверим. О, воу. Не дурно, совсем не дурно. Ну, смотрите, ребята, я уже почти победил. Оу, вот это было нечестно. Харли, родная, я не хочу оставлять действительно на тебе шрамы. Ну ты меня вынуждаешь. Оу, круто, плеткой. Так, вы, ребят, прекрасно понимаете, что серии комбинаций ударов я не знаю, поэтому мне приходится импровизировать, ё-моё. Так, у меня суперудар накопился. Давай посмотрим. Посмотрели, называется. Это же надо было так лопухнуться. Ну что же, первый раунд за мной. Поехали далее. Так, ну что, вставай, Харли. Я готов. Воу, вот это круто, ты умеешь такие вещи делать. Слушайте, ну я вам скажу одно, что женщина-кошка довольно шустрая. Такой хитрый персонаж, за которого если уметь играть, то я думаю, что он бы далеко бы пошел. Так, ну что же, ребята, мы победили в этой драке. Круто тебе плющ мозги вынесла. Киборг прилетел. Ну что ты, что ты? Твоя подружка буквально жрет мужиков. Архам подарил нам столько воспоминаний, Селина. Околдовывание охранников, покер по ночам, принудительная шоковая терапия. Ах, я забыла, тебя пощадили. За тебя заступился твой любовник-миллиардер. И я не просила никаких привилегий. Хватит плакаться в жилетку. Что, железодровосек, рвешься сделать мне больно? Потерянное тебе не вернуть, особенно что ниже пояса. А, за больное взяла. Что там с Харли? Бедняжка Харли. Понюхала не те розы, и у нее сейчас наступит шок. Оу, давайте возьмем, наверное, киборга на этот раз. Мы не можем здесь ее бросить. Я выкашу тебя под корень. Оу, киборг, давай не будем сражаться. Лучше поцелуемся и помиримся. Но уж нет, но уж дудки. Так, ребят, вот теперь мы играем за киборга. Опять же, ничегошеньки о нем не знаю. Будем импровизировать. Так, неплохо. Чтобы в эту игру играть, нужно как минимум месяц долбиться в нее, познать все приемы этих супергероев. И после этого только можно приступать к отличным, как говорится, выступлениям. Но у нас нет на это времени, поэтому мы будем, как говорится, от себя тяну, ребят, нести. Так, отлично, первый раунд за нами. Все хорошо. Киборг, я ожидаю типа каких-то вот... Оу, тихо-тихо, не надо этого делать. Так, плевуна вызвала, да? Черт бы ее побрал. Стервоза она все-таки, ребят. Слушайте, ну вот у киборга, знаете, какое преимущество? Опа, схваточка. А какое преимущество? Я смотрю, у него по ударам очень даже неплохо выходит столкновение. И... На-ка! Ха-ха! Успешно получилось у нас. На! Я, честно говоря, думал, что киборг у нас будет больше, знаете, там, на стрельбе, чем-то такое. Ну да, он может вот мины всякие выставлять. Так, ну что, победили. Предпочитаю женщин, не сошедших с ума.
Так, что у нас с Харли? Вот что мне интересно знать. У тебя есть дефибриллятор? Да, но... Врубай его. Ага, остановка сердца получается у Харли, да? Ну давайте шок. Давай, киборг, оживляй мне ее, блин. Она мне еще нужна. Харли? Ожила. Все удачно. Киборг, молодец, спасибо тебе. Такой засмущался. Так, что у нас здесь? Ага, подземные туннели. Как думаете, мы встретим Дину и Оли, когда доберемся до Брейниака? Ты серьезно? Они уже мертвы. Зачем ты так говоришь? Брейниак собирает лучшие и отбрасывает все остальное. Черная канарейка и стрела определенно не самые лучшие. Нифига ты самоуверенный, чмошник, а? Они в 100 раз лучше, чем ты, Виктор. Вот это правильно. Правильно, кисонька, ты сказала. Мы на месте. Да, я вижу тут какую-то стену. Видимо, тупик. А, нет, видимо, что-то будут искать. Наверное, какой-нибудь потайной проход. Угу, что-то нашли. Ага, секретная кнопочка, естественно, ребят. Ну как же без этого? Харли, постой здесь. Смотри, чтобы за нами никого не было. Прошу, после вас. Честь отдала. Типа солдат. А почему, интересно, они оставили Харли здесь? Не доверяют ей все-таки, да? Ну ведь она же была же на базе у Бэтмена. Поэтому нет смысла не доверять ей. Слишком тихо. Ну что там? Здесь кто-то есть, и это не летучие мыши. Кто тут у нас? О, Бэйн и Дэдшот. Я говорил Гробу, что ты предана Бэтмену. Но он назвал меня параноиком. Но он хотя бы послушал, когда я сказал, что Бэтмен так просто свою пещеру не сдаст. Скоро не только это место, а весь Готэм будет принадлежать мне. Ну что ж, давай кошечку возьмем. У меня свои счеты с Бэйном. Из всех способов мучить Бэтмена, делать тебе больно, мой самый любимый. Но ты меня ни разу не сломил. Так, хорошо. Мы помним, ребята, кто такой Бэйн. Это, грубо говоря, борец у нас какой-то. В супер костюме. Да-да-да, и начинает именно вот чудить. Ну мы-то ведь шустрее и скоростнее, чем он. Хотя и не настолько сильные. Чего нам и не хватает. Ох ты, ты посмотри, как он меня поймал, а, в воздухе. Вот это дает, парнишка. Так, нормуль отдыхает пока. Ну что, кисуля, молодец, умница. Плеточкой в лицо, это самое то, что надо для этого Бэйна. Тихо. Оу, так, ребят, давайте на этот раз, может, попробуем увидеть все-таки суперудар, а? Да что ж ты делаешь-то, кисуля, ну? Почему ты все время прыгаешь-то, когда... Ай-яй-яй-яй-яй, опять у нас неудача, ребята. А я так хотел посмотреть. Ладно, придется обычными, ребята, ударами расправляться с Бэйном. Я смотрю, он что-то тут... Ага, столкновение. Так. Оу, боженьки, что же это было сейчас, а? Как он двумя ногами прописал, а? Прям как Занглиф. Черт подери. Ладно, уравнял шансы 1-1, но у него-то уже половины здоровья практически нету. Киса, не надо выгибаться, давай драться лучше. Так, вот этот хороший был удар, жалко, что мимо. Ну, ах ты, напоминает мне чем-то удар у Росомахи. Так, нормулька. Ну что, остается только лишь добить. Ну, давай, ну, не подведи меня, кисуля. Кири-кири-кири, дает! Кламане, ну что ж ты... Есть! Хотя бы так, ребят, тут уже все способы хороши. Тебе это понравилось? Так же, как и мне? Готов к встрече с братским глазом? Уже давно, черт возьми.
Ага, система по-прежнему работает. Братскому глазу нужен чистый источник энергии. Что-то, до чего не дотянется Брэйниак. В пещере есть резервные генераторы. Сгодится. Так, опять Брэйниак, по ходу дела, да, выступает? Виктор Стоун. Венец человеческой эволюции. У кого-то завелся тайный поклонник? Но человечность мешает раскрыться твоему потенциалу. Избавься от нее. Интересная мысль, только есть одна проблема. Я играю в команде, а человечество как раз моя команда. Но ты способен на куда большее. Щит, что происходит, ребята? Только не говорите, что ты захватил контроль над киборгом. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тише-тише-тише, братиха. Что происходит, черт возьми? Не понял. Это еще что такое? Опачки. Матрица включена. Я твоя огромная память и разум, свободный от жалкой плоти и эмоций. И я на свободной от моей приятной внешности и обаяния. Так, киборг, давай-ка покажем. Нам нужны эти генераторы. Сейчас. Ну что, двойничок? Эй, Матрица, эта зеркальная битва кажется тебе такой же странной, как и мне? Долгие годы я существовал как подпрограмма в твоей системе, аномалия. Я даже не думал о существовании вне тебя, но теперь я осознал свое совершенство. И то, что ты устарел. Да ты что? Так, ребята, опять же, это проделки Брэйниака. Мы видим, на что он способен, особенно когда касается каких-то технологий. В общем, из киборга вышла наша, так скажем, кибернетическая сущность. То есть то самое механическое, что осталось у Виктора от человека, естественно, ребят. Да хорош, ты бубнить. Получил? Говнюк. Ладно. Ну... Блин, да ты посмотри. Ха! И он еще говорит, что я устарел. Ну и что? Ёпарасоте. Нет, по-моему, братишка... Ах, ты вырвался. По-моему, пора его отправлять на железную свалку, ребят. Вам так не кажется, а? Да-да-да-да-да, Виктор Малорик, давай, так же продолжаем. Продержись еще раунд, и ты будешь просто молодчагой. Ай-яй-яй-яй-яй! Ух ты! Понял, ребята, это, оказывается, суперудар был сделан. Ё-моё. Воу, жесть. Слушай, я обязательно должен так же сделать. Как-то несправедливо будет, да? Он, видите ли, сделал, а я нет. Давай, Виктор. Круто, получилось. Пускай здесь попляшет. Ага. Бум. Так, готов. Продолжаем. Чуть-чуть осталось. Блин, что-то у нас тут зачастило, ребята, столкновение. Оу, мазафак, ты что творишь, а? Криптоид, на, вот так вот. Блин, промазали. Ага, он в ответку. Блин, научиться бы эти... Блин, ребята, мы, по-моему, братский глаз там сломали. По крайней мере, несколько мониторов точно накрыли. Ну, добивочный... Черт, нет, повезло ему, ребята, ему повезло. А теперь все. Отдыхает. Not so perfect after all. Все же ты несовершенен. Резервный генератор готов. Ну что же, начнем веселье. Так, давай-ка, Виктор, не подкачай. Взломай систему и сделай все аккуратно и четко. Нам нужна эта программа. Правда, пока еще не знаю для чего. Ни один человек, даже ты, не смог захватить мою нейронную сеть. А я не пытаюсь, я просто учу братский глаз тебя игнорировать. Это маловажный успех, Вратек спасет вас. Неужели получилось, ребята? Ха! Виктор, да ты крут. С возвращением. Спасибо, мисс Кайл. Внимание, Виктор Стоун проник в пещеру Бэтмена. Активирую защитные средства. Отключить охранную систему. Код авторизации ЛК-4Д4. Системный администратор Селина Кайл. Необходима проверка сетчатки глаза. О, фу. Личность подтверждена. Отключаю защиту.
Братский глаз, включи геостационарную связь. Ага, и что нам тут показывают? Брюс, связь восстановлена. Понял, братский глаз, транслируй сообщение на частоте старой Лиги Справедливости. Передаю. Нам удалось восстановить связь. У нас есть 1 час на эвакуацию граждан, после чего мы атакуем Брейниака и его флот. Ох, я чувствую, там будет заваруха, когда будем атаковать, а? Глава 8. Богиня войны. Чудо-женщина. С чего нам лучше начать? Диана, у нас времени в обрез. Бэтмен действует неправильно. Нет смысла откладывать нашу атаку. У нас будет на час меньше времени, пока Брейниак не отправил всех к Каиду. Спасая этих людей, мы рискуем жизнями миллиардов других. Я слышу голоса людей внизу, всех до единого. Им страшно. Как когда-то мне на Криптоне, когда у меня не было этих способностей. Я смотрю на нас и понимаю. Мы можем дать им надежду. Оу, нифига сколько пленных. Действительно, им страшно. Так, держись ты. Оу, а это кто? Здесь. Просто черепушку смяло. Нормуль. Вот так, хлам. Так, ну что, началась, да? Опа, нормуль. Хоть кто-то вступился за людишек. Отлично. Тихо. Неплохо разбросали всех, да? Почему они нас так боятся? Йоу. Что такое было? Минерва. С возвращением, Диана. Хо-хоу. Ядрить, нифига у нее там пушечка. Ну, чудо-женщина выжила. Естественно, у нее, ребята, браслеты, не забываем, щит. Оу, а ты-то что тут? С обрезиком тут стоит. Слушай, мужичок, я бы на твоем месте бы отсюда рулил бы. И как можно быстрее. Так, лед. А это значит, что капитан Холод, что ли, заявился? Да, скорее всего, так оно и есть, ребята. Нет? Оу! Обратный флеш. Да-да-да, узнаю его. Погоди-ка, вот и Холод. У тебя такое холодное сердце, чудо-женщина. Дай-ка тебя приморожу. Ага, вдвоем, что ли? Это нечестно, ребята. Ха-ха-ха! Круто уклоняешься. Флэша, решил плюнуть на свой кодекс чести, Снарс? Зачем ты опустился до работы на Грода? За тобой тоже водятся грехи, Амазонка. Ты казнила золотого глайдера. Она была моей сестрой. Ты втянул сестру в преступный мир. Она заплатила за твои ошибки. Опа, началось. Ну что же, ребята, нам не привыкать с вами играть новыми героями, поэтому будем импровизировать, как обычно. Так, что мы умеем с тобой, чудо-женщина, а? Амазоночка ты моя. Пока я смотрю, мы умеем получать с тобой. Так, ладно, это хорошо. Ну что-нибудь такое, изысканное это будет сегодня или нет? Да хорош ты уже, а. Слушайте, мне что-то вообще как-то ограничено у нас с вами получается. Я нашел только удар, ага, плетка еще может. Ладно, хорошо. Короче, удар саблей. Суперудар. Глянем, что он из себя представляет. Неплохо. Вау. Да. Ух, нифига себе. Ну я вот представляю, когда его мечом пронзило сейчас, он просто уже встать не должен. Но он встает. Хейлфина, блин. Типа. Ох. Ладно, сравнял что-то. Ребят, я надеюсь, что все-таки мы его победим. Он какой-то медленный, да, он с пушкой, все тому подобное, но в плане боевухи он не айс. Черт, но зато снаряды жалят, будь здоров. Да хорош ты уже своей заморозкой достал. Так, давай, амазоночка. Вот, отлично, у него, кстати, готов суперприем. Я надеюсь, он его не будет использовать.
Хотя, с другой стороны, хотелось бы посмотреть, что он такое делает. Больно. Блин, ребята, вот хотите верьте, хотите нет, но как-то вот ограничено у нас. Вот основной удар это щитом и мечом. Все. Больше я ничего пока найти не могу. Я уже все тут, все комбинации перепробовал. Что-то не шишает. А ведь должна еще плеткой бить. Соболезную. Ладно, выиграли мы здесь и хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, обратный флеш, успокойся. Ага, выкутался все-таки. Эобард Тон, верно? Барри сказал, что ты во времени путешествуешь. Ага, позволь, расскажу кое-что про будущее. Ты думаешь, что бессмертна, но в мое времени, Диана, ты очень даже мертва. Ладно. В моем времени. Ну, я не знаю, ребята, он путешествует во всем времени, во всех временах, поэтому, наверное, ему виднее. Мы прекрасно знаем, что обратный флеш это тот же самый флеш, только ну, костюмчик немножко другой. Ну и он такой же скоростной. А так как мы с вами бьем очень и очень медленно. Смотрите, у нас почему-то щит сзади вот такой желтый. Что это могло бы значить? Уже кончилось. Так, хорош, хорош. Игра, опять же, немножко подлагивает. Не знаю почему, ребята. С чем это связано. Так, ну хорош ты, ядрен. Оу. Так, мы здесь можем победить или нет? Ты мне сразу скажи, а? Женщина. Ну, за счет суперудара, может быть, да. Мы все-таки выкрутимся. Но ему и так можно было бы, в принципе, накумарить. И раунд был бы против. Ну, а для этого мы потратили с вами суперудар. Дынь-дынь. Постучали, типа. Кара близка. Так что, флеш, можешь сильно не обольщаться. Ох ты. Все, сравнял счет. Ладно, ладно, ты не насмехайся. Бой только начался. Так, тихонько, тихонько. Приходится постоянно, ребята, прыгать, потому что... Оу, отлично. Нет, 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 не надо. Промахнулся. Фу, нам повезло, ребята. Блин, какой же он все-таки быстрый. Ядрёна вошь. Я просто не успеваю среагировать на его, на вот удары. Что он там хочет сделать? На, гад. Получил. Еще получи маленько. Так, тихо. Как же меня бомбит. Да что там бомбит? Меня тротилит просто-напросто. Вот так вот. Хорошо, мы его добили. Ну, давай фразочку какую-нибудь. Плохой себя, оракул. Это точно. А эти сидят в баре, да, такие? Нифига, типа, заваруха была. Диана, ты в порядке? Хвала Рау. Нам нужно найти Кару, она... Найдем. Кларк, у нас нет времени на... Брось, я скучал по тебе. Мы их одолеем. Кал-Эл, и Брейняк, и Бэтмен. Мы разгромим сегодня обоих. И будем править рука об руку в единении. И любви. Вау! Что такое опять? Я пришел к тебе, когда погибла Лоис. Ты соблазнила меня, воспользовалась моим горем. Ох ты. Превратила меня в того, кем я не должен был стать. Это неправда. Моя любовь сделала тебя сильнее. Значит, вот как ты себя оправдываешь. Что такое? Ага. Эти слова мне сказал Супермен Пугало. Ах ты, хи-хи-хи, ха-ха-ха. Ты не боишься Супермена? Ты боишься, что очернила его душу. Храбрая героиня. Сильнее всего ты боишься, что станешь злодейкой в этой истории. Провались ты воиться своими играми разума. Классическое вымещение злости. Нам нужно продолжить сеанс терапии. Так, опять он в Пугало превратился. Понеслась, ребята. Ну, Пугало, как мне показалось. Оу, не особо такой силен. Ну, может быть, мне, конечно же, показалось. Ага, получил бросочек, отлично, ребята. Продолжаем разговор. Блин, как же мне плеткой-то вот действовать, а? Не пойму, как-то получается само по себе. Тихо, оу. Щет, больно было. Так, Пугало, иди отсюда, а, и пугай кого-нибудь другого. Меня-то ты не напугаешь, это факт. Так, осталось немножко добить.
Черт, своей плеткой, блин, крюком. Ай. Ну, осталось совсем маленько. Да что ты? Давай, 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 еще. Ну, добивочный. Есть. Первый раунд за нами, ребята. Да, арестуем его когда-нибудь потом. А? Прокатит, нет? Прокатит. Я надеюсь, ребята, что он не воспользуется своим суперударом. Потому что он у него уже накопился. Ну что, половину здоровья мы отняли. Это хорошо. О, тихо, тихо, тихо. Не надо. Поймал, что ли, гад? Точно поймал. Оу. Нифига круто. Оу, не завидую тебе. Ай, женщина. Чудо ты мое. Хорошо, он так нас побил. И офигеть, да? Такой крюк у него на цепи. Вообще, герой здесь очень сделанный. Контрастно, классно. Да и графика очень замечательная, ребята, в этой игре. Отлично, успешное нападение было. Ну что, остается нам лишь добить его, попытаться, по крайней мере. Здоровья не так уж и много у него. Ну, последний удар. Ах, хитрожопый. Ну, есть. Наказали мы его щитом. Сеанс терапии закончен. Ай, фу. Такой щенок, елки-палки. Аж заплакал. Блин, смотреть на него жалко. Так, что такое у нас здесь? Подожди, роднуля, что с тобой? Девушка из стали, ты очень-очень редкая находка. Понятно, почему тебя хочет получить Брейниак, живой или мертвой. Криптонцы уязвимы к магии. Оу, тихо, шрамы останутся же. Что ты делаешь? Не надо глаз. А эти когти ранят, словно магия. Оу, нет, 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 нет. Что ж ты делаешь, а? Зачем ты издеваешься над ней? Пантера. Держись, Кара. Боги защитят нас. Так а что случилось с Карой-то? Опа, сустав правила. Минерва, я удивлена, что такая дикарка, как ты, выполняет приказы Грода. Нет, принцесса, я помогаю Гроду только, чтобы выманить моего личного врага. Тебя. Глупая затея. Напоминает, как ты хотела стать богиней, но получила проклятие гепарда. Скорее, дар гепарда. Я сильнее, быстрее и жажду. Так жажду. Крови амазонки. Ах ты. Ну что ж, давайте посмотрим, ребята, что она себя... Ну она... Ох ты, оу! Ну я вам скажу, что она на порядок меня шустрее, скоростнее, это действительно. Что есть, то есть. Но, по-моему, у меня все-таки ударчики будут посильнее. Отлично. Блин, ну знать бы мне комбинация. Как же я хочу этого... познать все прелести этой игры, все удары, все вот эти вот заморочки. Но это очень долго, и очень много времени для этого надо. У меня, к сожалению, нету такой возможности. Так, ну что, первый раунд за нами, довольно неплохо мы его прошли. Давайте второй. Ну что, значит, звать ее Минерва. Ой-ой-ой-ой-ой, ай, больно. Лицом-то об землю. Так, хорошо. Видите, мы можем и щит выпускать. Чего у нас только нету? И плетка. Ну как это все делать? Не понимаем. То срабатывает, то не срабатывает. Ай! Нифига, ребята, она нас расписала буквально там за последние 5 секунд. Ну, лови плюшечку. Ха-ха-ха. Что? Не нравится? А мне очень нравится. Тыщ-тыщ. Обалдеть. Ну все, теперь уже... Тихо, тихо. Напоминает, знаете мне, что Минерва? Вот стиль, да ё-моё, драки, как вот у женщины-кошки. Так же шустро, быстро и практично. Но, тем не менее, ребята, мы выигрываем. Крови, значит, захотелось? Твое проклятие не разрушить. Вот покой, который ты заслужила. Ломай шею. Ты в порядке, блондинка? Держись. Опа. С нее хватит, чудо-хлебница. Не лезь не в свое дело, клоун. Решила меня поучать? Сколько крови на твоих руках, Квин? О, родная, целые ведра. Я слишком сильно пыталась впечатлить не того парня. Примерно как ты, Супермена. Опа.
Оу, щет. Ну, это, конечно, глупо. Глупо было сейчас. Оу! Нет! Жесть какая-то. Квин, ну, ты теряешь слишком много крови. Будет больно. Очень. Даже лучше. Кара, что ты делаешь? Хочу уберечь тебя от ошибки. Эта психованная заслуживает умереть. Возможно, но она беззащитна, и никакого суда не было. Ты говорила, что амазонки сражаются доблестно. Ё-моё, придется драться, ребята. Чудо-женщина, и глава 9 у нас с вами началась. Так, хорошо, надо только мне понять. Хоть что-нибудь найти эдакое. Неплохо, уже неплохо. Так, продолжаем разговор. Так, вроде бы нормально, но мимо. Так. Ай! Больно было. Так, ну что-нибудь такого, давай. Сногсшибательное, пожалуйста. Ай! Слушай, ты достал уже со своей плёткой, если честно. Да хорош уже! Да ну, блин! Ребят, ну это жесть. Одним ударом только лишь бомбит меня, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, хорошо, первый раунд за ней. Ох, как мы ее подкинули. Отлично. Посмотрим, что у нас. Да, посмотрели. Промахнулись мы, ребят, к сожалению, суперударом. Ну, да не беда. Сейчас самое главное для меня не это, а победить чудо-женщину. Ах, начала опять капризничать. Все, сравняли счет. Замечательно. Сейчас главное, опять же, не лопухнуться, и будет все нормуль. Ага, замечательно. Так, промахнулась. В принципе, я не могу сказать, что Супер Герл плохо дерется. Очень даже хорошо, вообще замечательно сейчас было. Как все это делается, я пока ума не приложу. Набор разных комбинаций, нажатие разных кнопок нам дают вот такие вот возможности. Так. Черт, у тебя вобрал, а? Опять будешь своей плеткой сейчас меня покарать? Блин. Наверное, проиграем, ребята. Здесь придется переигрывать, наверное, этот. Тихо. Ай. Ох ты, заморозили мы ее. Ха-ха. Значит, мы умеем еще и замораживать. Ну, давай добьем уже в конце-то концов ее. Ну, чуть-чуть осталось. Да давай ты... Да нет, не надо только этого. Есть. Вот тебе и Хелла Фина. Я верила тебе, Диана. Ай-яй-яй. У тебя все будет хорошо. Я доставлю тебя к врачу. Кал-Эл тебя защитит. Супермен? О, блондинка. А ты забавная. А это у нас что такое? Льды какие-то. Кран. Что это такое? Супермен? Ты нашел что-нибудь? Я изучил криптонские данные, как ты и просил. Ты ничего не упустил? Они просто не знали, как бороться с Брейниаком. Но должно же быть что-то. Слепое пятно, уязвимость. Только грубая сила тут не поможет. Если твоя сила почти восстановилась, я отправлюсь в Кандах, чтобы проверить, что он готов к обороне. Брейниак до сих пор не напал на нее? Магия Скалы Вечности скрывает Кандах от любопытных глаз, даже от Брейниака. Но рано или поздно он раскусит обман. Кал-Эл, нам нужно поговорить. Оставь нас на минутку. Дэмиан рассказал мне о том, что случилось. Диана в порядке? Да, но она хотела убить Харли. Я никогда не видела ее такой хладнокровной. Да, очень досадно. Знаю, что на нее нашло. Досадно, что Диана решила разобраться с Харли сейчас. Еще досаднее то, что ты ей помешала. Что? Джокер отравил разум Харли так сильно, что ее уже не вылечить. Если ее снова охватит безумие, погибнут невинные люди. Невинные люди гибнут прямо сейчас. Она нам помогала. Не будь такой наивной, Кара. Харли преступница. Я допустил ошибку, не разобравшись с ней раньше. Диана сказала, что Джокера казнили. Это ты его? Я забрал одну жизнь, чтобы спасти миллионы. Но одной жизнью дело не ограничилось, так ведь, Кал-Эл? Сколько? Сколько? Куда бы я ни попала, люди боялись этого. Теперь я знаю почему.
Я не хотел, чтобы все так вышло, но люди убивают друг друга многие тысячи лет. Я положил конец насилию. Людям нужен сильный правитель. Мы должны спасти их от самих себя. Чей ты сын? Джор-Элла или генерала Зода? Кара! Вот так вот, ребята. Не дайте Каре покинуть крепость. А это еще кто такой? Постой, Кара. Теперь я понимаю, что твой отец не зря отправил тебя за решетку. Супермен мне ближе, как отец, сколько бы ни старался Бэтмен. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, завершу это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим проходить эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи.